такой получается. Ну чуть-чуть. Но это из-за рукояти. Рукоять на самом деле. Ну лучше тогда ехать. Только рукоять уходит. Ну, да, на самом деле это удобно. Для работы лучше, чем привод. Мне больше нравится мазокир рукоять. У меня их вот один есть, но прямая рукоять не всегда удобна. Потому что сустав имеет ограничения, да, вот, по подвижности. А иногда надо, блин, загнуть побольше. Да. Поэтому не всегда удобно прямая рукоять. Такого качества нож ты не возьмешь сейчас за 3000. Ну, сам решаю. Такой стоит 8. А здесь что достанет? То же самое, по 12 МФ тигельный плавки кованый. Ну видишь, на ней даже видно, что она кованая. Ну да. Цена оставили. От этого ножны покажешь? Ножны простые, да. Ну, что, такого? Это знаешь, могу подобрать и... Вот такого плана, кстати, он сюда, наверное, войдет. Немножко длинновато. Пойдет. Сейчас что-нибудь подберем. Вот можно такого плана, можно это такого, фигачить такого. Ну от него родных не знаешь, да, где есть? А у нас для них родных прям не делают. Мы же ножи сами не делаем. А если мы будем для каждого ножа делать ножны, я не буду за 3000 никак не продать. Понятно. Хорошие ножны стоят от 1000 рублей. Там же это тоже их надо. То есть мы не заморачиваемся в этом смысле. Поэтому у нас цены не так высоки, как у других. А, сударь, вы позвольте? Хочешь такие? А закрываются? Да, слушай. Нет, ну, пока смотрим. Нет, чуть коротковато, видишь? Вошел хорошо, попробуй. Вообще без проблем. Заяц куда-то, знаешь. Нить перерезать. Да не, ладно, не буду вас мучить. Не мучайте у меня. Сам по времени тоже ограничен. Если были бы разные, можно. Какого плана могу куда предложить? Да, там упор, наверное, мешать будет. Давайте попробуем. Да нет, не будет. Спасибо. Вот это должен быть.